В рамках национального проекта образования предполагается строительство новых детских садов и модернизация старых. Сегодня глава Чувашии, перед тем, как торжественно открыть детсад в столичном микрорайоне Садовой, заехал к ребятам детского сада номер 75 по проспекту 9-й пятилетки. О контрастах и будущих переменах в нашем сюжете. Как тебя зовут? Семен, меня Миша зовут. Теперь будем знакомы. Тебя как зовут? Все, Семен, Егор, теперь мы знакомы. Безусловно, открытие сада на 240 мест означает конец ранним вставаниям, нервотрепкам, вечным ожиданиям нужного транспорта. Теперь вот он рядом. 172-й садик ходили. Это находится на Чернышевского. Для нас это очень далеко. Мы нуждались очень в этом садике. Мы очень рады, что этот садик открывается. Планета детства – весьма символичное название. На этой планете есть все для жизни и разностороннего развития ребенка. Физкультурные и музыкальные залы, бассейн, лего-студия, а на улице 12 игровых площадок. Планируем попасть в этот детский сад, потому что все-таки новый детский сад, тут все абсолютно оснащено, все для ребенка сделано. Нам здесь очень нравится, наконец-то его открыли. В этот садик будут ходить и совсем маленькие, до 3 лет. На строительство планеты детства ушло 148 миллионов рублей. Всего в этом году возводится 16 дошкольных образовательных учреждений. В следующем начнется строительство еще 9. Детскому саду номер 75 по проспекту 9-й пятилетки в этом году исполняется 45 лет. Эта дата станет не только поводом для праздника, но и будущего ремонта. В обновлении нуждаются внутренняя инфраструктура, окна и двери. Надо заново делать забор, заливать асфальт. Оборудование мы уже за последние 5 лет частично поменяли, но есть еще 74-го года. 74-го? Есть. Столы 74-го. Нет. Котлы новые, все новые. 74-го года еще столы. Мы их меняем. На капитальный ремонт детских садов в 2020 году будет выделено 400 миллионов рублей. Он коснется этого и других садов, построенных в 1970-80-х годах. О своих пожеланиях ребята рассказали Михаилу Гнатьеву почти хором. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика.